В городском округе Люберцы прошла межрегиональная форсайт-сессия. Встреча, посвященная перспективам цифровизации бизнеса, экономической устойчивости и экологической безопасности для владельцев малых и средних предприятий. Мероприятие прошло частично в онлайн-формате. Практикующие эксперты из разных уголков России рассказали о мерах поддержки бизнеса, эффективных планах развития, методах привлечения клиентов, а также секретах повышения узнаваемости и продаж. На самом деле цифровое развитие, оно настолько цифровое, что получается сегодня у нас присутствует на мероприятии 150 человек, а из этих 150 человек в зале всего человек 30. Подключились со всей территории Российской Федерации к нам, что это очень приятно. Мы поддерживаем ваши все начинания. В случае появления у вас других инициатив, мы готовы предоставить свою площадку для того, чтобы их реализовать. Андрей, спасибо.